заканчиваем с вами вот эти вот нюансные натюрморты. Красный, зеленый, синий и желтый. Вот. И для того, чтобы вам не было так скучно, я оставляю еще два самых таких трудных нюансных натюрморта. А сейчас немножко развлечемся контрастом. Вот. Что такое контраст? Ну, во-первых, контрасты бывают два. Это тональный, светлее, темнее, и хроматический или цветовой – это контраст дополнительных цветов. Ну, то есть там желтый, фиолетовый, синий, оранжевый. Да? Вот. На этом базируется. Значит, какие возможны, что такое в принципе контраст? Контраст – это восприятие цвета на фоне лишь находящихся рядом цветовых или цветового пятна. Понимаете, оно меняется. Если мы, скажем, там желтое или оранжевое положим на белый фон, то желтое, оранжевое, нормально. А если мы положим это на синий или фиолетовый фон, то будет просто гореть. Вот восприятие этого цвета меняется в зависимости от окружения. Угу. Вот. Поэтому в данном случае, да, как он строится, контрасты? Контрасты строятся, вот, ну, самый простой вариант, это вот, допустим, две дополнительные, одна пара дополнительных цветов. Это самая простая цветовая контрастная гармония. Может быть треугольник равносторонний, когда участвуют три предмета, или равнобедренный, более вытянутый, когда участвует один и два рядом лежащих. Вот. Но часто, как практически и здесь, контраст строится на двух парах. Там зеленое, красное, желтое, там фиолетово-синее. Вот здесь мы с вами посмотрим. Вот смотрите, здесь я пошел практически по этому пути. Здесь можно разделить как три пары, в принципе, это близко. Вот. Но просто я расширил одну пару немножко на два. Это вот это и вот это. Вот. Два. Значит, здесь есть контраст красного, который вот бордо, тоже вот оно промежуточное между второй парой, и зеленое. Вот два предмета зеленые. И, соответственно, желтое, и опять-таки синее, и там мутный фиолет, и вот опять-таки вот эта ткань, они составляют вторую пару контраста. Вот. Контраст может быть как... Есть какие-то, но можно построить как натюрморт, или там пейзаж, неважно что. Когда одна пара главенствует, вторая пара имеет такое не центральное значение, конечно. Вот. Но тут получилось примерно одинаковое на самом деле. Да, световой контраст что еще дает? Конечно, это самое... Желтые, светлые вообще предметы, они, конечно, вылезают на передний план, они наиболее ярко выразительные. Вот. Ну, повторяю, что если мы хотим, допустим, это наш контраст главенствующий, это задний контраст. То есть для того, чтобы смягчить контраст, для этого мы в одну, ну, в данном случае ткань, допустим, добавляем немножко из этого цвета, а в этот добавляем немножко этого. То есть повышаем коэффициент серого, таким образом это у нас уходит в тень. И более глубоко, чтобы вот эти освещенные места не мешали своим излишним светом, то есть они дают уже световой контраст, не мешали восприятию вот этой центральной и ближней части. И у нас получилась как бы двуплановая композиция. Да, вот это еще красный, не забудьте. Это из земляных красных. Это охра красная, там вот такие. А бутылка зеленая, покажи нас. Ну, бутылка, да. Бутылка у нас в данном случае сложно зеленая, да. Вот она такая зеленая, уже с болотной.
Поэтому здесь есть более открытый цвет и вот более такой сложный цвет. Вот. Ну вот классическая пара дополнительных оранжевый синий, да? Да, да, про освещение. Вот это важный фактор. От освещения зависит контраст цвета. Ну, допустим, солнечный свет, пейзаж, то освещенная часть, там контрасты в свету понижены. Солнце выбеливает эти контрасты. А в тени они проявляются значительно ярче. Если при среднем освещении, то начинают повышаться контрасты в свету. И, наконец, если мы, ну, такой поздний вечер, там еще что-то, слабое освещение, то, естественно, тональный, ой, этот самый хроматический цветовой контраст, там мы уже почти не различаем цвета, он стремится к нулю. Там работают еще только тональные контрасты каким-то образом, да? Вот. Вообще контрасты бывают двух видов. Это общий контраст, ну как бы мы смотрим на всю поверхность, и мы их видим. Дальше идет последовательный контраст. Последовательный контраст, человек смотрит на одно, это свойство зрения, на одно цветовое поле, потом переводит на другое. И у него в мозгу возникает вот это ощущение контраста. И, наконец, ну это скорее... Да, ну ладно. И, наконец, контраст, так называемый пограничный или краевой. Для того, чтобы его повысить, мы краю цветового пятна усиливаем силу цвета. И краю этого пятна тоже усиливаем силу цвета. И у нас возникает здесь повышенный контраст таким образом. Ну, на самом деле, все контрасты, это скорее из области теории, они все работают ну, практически одновременно. Вот. Дальше, ну, свойство зрения еще в чем? В том, что если мы будем усиленно смотреть, ну, скажем, на яркое желтое это самое, да, потом переведя взгляд на белое поле или на... закрыв глаза, мы увидим оттенок дополнительного цвета. Мы увидим фиолетовый цвет. Таково восприятие глаза. На этом тоже, в общем, много чего базируется. Да, работаем мы, конечно, не открытыми, не спектральными цветами. В любом случае, здесь везде будут сложные цвета, безусловно. Но они не будут столь пригашены, как в нюансных натюрмортах, там, в тени и так далее. Вот. Они будут, конечно, более открытые. Вот. Для того, чтобы, ну, особенно вот в этом плане. А здесь эти контрасты таким образом ослабляются. Еще что существует и тепло-холодный контраст. Как видим, это у нас теплое, это у нас холодное, это у нас почти горячее, это там среднее, это холодное. Вот это, да. Ну, а здесь я специально взял такую более... У меня была бутылка более светлая, зеленая. Но нужно и здесь где-то, и тут соблюсти тональный контраст. То есть, самые темные. Да? И вот специально я дал вот эту вот штуку, которая уже стремится к очень светлому. Ну, не белому, но достаточно. И у нас возникает диапазон. Вот. Ну, есть доминирующий и, соответственно, вот контраст к доминанте в данном случае, если доминирующий у нас, ну, скажем, более сложный, раздвинутый зеленый, то появление только одного предмета, он становится контрастом к этому общему зеленому. Вот. Но, к сожалению, я тут, ну, поскольку это надо более сложные натюрморты ставить, чтобы, ну, скажем, можно было развить желтую тему. Там сдвинуть что-то почти в лимонное, положить что-то в такое. Ну, это уже тоже немножко горчичного здесь есть. Или там зеленую раздвинуть. Ну, и так две пары взял, и тут этого больше, чем достаточно. Так что все пишется в оттенках на самом деле. Не спектрально, а в оттенках. Где-то пригашаются, где-то добавляются тут, ну, скажем, снизу, естественно, как и в любых других натюрмортах, более синеватые, более что-то смягчается в свету.
обостряется частота цвета. Вот. В принципе, как еще Леонардо отмечал, натуральный так называемый цвет или предметный цвет, он прослеживается в полутоне, потому что в ярком свете он будет гаснуть в свету и, естественно, менять свой цвет в тени. Вводя какие-то дополнительные цвета, мы меняем таким образом яркость предмета. То есть не только окружением работаем, но и, соответственно, цветовыми пятнами предметов тоже. Вот. Ну, контраст, выполненный кроющими красками, это, значит, гуашь, темпера, акрил. Барышников прекрасно все изложил. И там примеры, вы посмотрите, он объяснял эти примеры. Вот там два ролика, я советую вам это посмотреть. Вот. Второй ролик с натюрмортом, он более конкретный. Первый ролик, он более теоретический, но тем не менее, это он очень полезен. Ну, а теперь касательно уже акварельной техники. Мы продолжаем с вами альприма по сухому. Ну, я вам дал слабинку. Сначала вы сделаете это в малевок, то есть как бы в два слоя таким образом. Но попробуйте сделать не... То есть вы делаете вот освещенную часть и сразу переходите в растяжку в более плотную. Хотя бы в два тона. Понимаете, под малевок. Там... Это где-то вы уплотняете. Вам это может быть легче. Ну, если вы считаете, что вам проще работать на одноцветном, ну, какую-то плашку закрыли целиком, зеленую, а потом уже прописываете, там, ну, как вы считаете нужным, как вам проще. Ну, вот, в принципе, есть такой ход. Вот, в кроющих техниках, ну, вот Виталий, он давал, сначала делается такой одноцветный подмалевок, но с растяжкой. Ну, он среднего тона он берет, естественно, поскольку акварель идет от светлого к темному, он берет средний, где-то растягивает более плотный, где-то растягивает более светлый. Ну, вот в чем разница. А так вам придется действительно работать от куска после создания подмалевка, но при этом все время, чтобы глаз следил за плотностью, вот наиболее темные какие-то места здесь. И вот наиболее светлый. Все остальное выстраивается, соответственно, по светлоте в промежутке. Вот что я хотел. Да, ну вот этот предмет, например, это тоже, в общем, фиолет, но уже сильно сдвинутый в земляную гамму. Такой мутный, скажем так, фиолет. Да? Остальные. Или вот этот. Вот два предмета, которые участвуют помимо спектральной гаммы, еще и земляная гамма. Вот. Так что... Давайте, заканчивайте нюансы и приступайте. Ну, про нюанс я вам еще отдельно потом напомню, когда будет черный и белый натюрморт, это наиболее сложный, еще раз напомню все принципы нюанса.